Здарова, народ, с вами Дюф, и сегодня мы будем открывать каштаны. Наверняка многие из вас их открывали в детстве, но у меня такой возможности не было. Вот представьте, если вот такая штука упадет вам на голову. Пока каштаны целые, я попробую ими пожонглировать. Это очень рискованно, за что я попрошу у вас лайк. У меня когда-то получалось пару раз пожонглировать на мандаринках, а на каштанах это будет куда экстремальней. Блин, я боюсь, очень сыкую. Не, я сыкую, ребята, но ради вас. Терпимо. А, какие они колючие. А ты что, что ты вылезла? Мои каштаны. Ну-ка, мои каштаны, говорю. С какого начнем раскрывать? Вот с этого, молодец. В маленьком каштане мы видим орешки. Три орешка. Удача! Обычно там один. Джекпот, ребята. В конце видео я попробую съесть эти орешки. Так что досмотри до конца. Сейчас мы откроем самый крупный. Ух ты! Мне аж стрёмненько стало. Белый орех? Охренеть, я без понятия, почему он белый. За этим слоем хранится еще один орешек. Белый орех из-за того, что еще не созрел. Хотя, блин, такого размера. Так что вот помните, размер не важен. Из этого мы отколупали два ядра. Осталось открыть два последних каштана и сделаем это одновременно. То есть, один и второй. Ну, не совсем одновременно. О, распилил. Если снять эту белую оболочку, мы увидим что-то более похожее на орех. Это я, получается, очистил от белой кожуры. Передо мной сейчас два ореха от каштана. Один не созревший большой, другой от маленького, но созрелый. Начнем с маленького. Очень горький. А это находится в самом орехе. И жестокая горечь. Так, следующий идет белый большой. Не, он еще горчее. Не-не-не, ребята, не-не, спасибо. Ну вот и все, ставь лайк, если ты не собака Джесси. И подписывайся на мой канал. Братан, ну для тебя стараюсь, каждый день видосик пилю. Пока.